Вот один из вариантов, очень такой кардинальный, действенный, это вот разрезанное. Берем бутылку, пластмассовую, обычную бутылку. Это бутылка из-под минеральной воды. Обрезаем вверх, обрезаем низ, разрезаем. Получается такой цилиндр. И вот этот цилиндр мы затем надеваем на приствольный, на ствол и вдавливаем в землю. И вот между стволиком и цилиндром получается еще вроде как свободное место, куда может попасть мышь. Мы берем еще один бутылочку, ну вот маленькая бутылка на 700, на пол-литра. Также ее разрезаем и также ее одеваем, но она у нас получается уже туда вовнутрь пойдет поплотнее. Лучше всего использовать бутылки с неприятным запахом. Это бутылки из-под белизны. Значит, химическое вещество, которое применяют при стирке белья, белизна. Или же смазывать поверхность вот этих бутылок дегтем, отталкивающий неприятный запах. Это, в общем-то, здорово помогает. Но если стебель высокий, можно еще сделать цилиндр, поднять наверх. Но плотно закрывать не стоит, потому что все-таки должна быть циркуляция воздуха вокруг стебля, а то возможно запревание.